Накануне в 22 часа 47 минут в операционно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Мостовой. Выбывшими на место сотрудниками ГАИ установлено, что 33-летний водитель, управляя мотоциклом «Сузуки», двигался со стороны улицы Давыда Городенского в направлении Горновых. При спуске до Старого моста он потерял управление, съехал на островок безопасности, где ударился в дорожный светофор. От полученных травм водитель на месте происшествия скончался. Пересаживаться на более кубатурную технику спортивного класса необходимо при наличии достаточного опыта управления, в том числе в каких-то экстремальных и стрессовых ситуациях. Само по себе место, спуск по улице Мостовой в сторону Старого моста, является сложным в части того, что есть резкий спуск вниз и изгиб дороги вправо. Соответственно, на этом участке необходимо обращать внимание на скорость движения. Она должна быть максимально безопасной.